Ну а мы поинтересовались у горожан, какое событие или происшествие сентября запомнилось им. Ну, конечно, 1 сентября. Ну, конечно, 1 сентября – День знаний. Курбан-байрам. День знаний мне запомнился, я поэтому провожала внука в школу. Ну, наверное, то, что 5 класс пошел. То, что стало очень трудно учиться просто. Времени свободного меньше стало. Личные события – это день рождения жены 7 сентября. Сыну 50 лет исполнилось, например, 18 сентября. Свадьба подруги. В сентябре день рождения моей мамы. День рождения брата. Наверное, день рождения мое и мамина. Если вы стали свидетелем чего-нибудь интересного, сделайте фото или видео и присылайте в нашу редакцию. Вознаграждение ждет лучших народных корреспондентов.